Короче, получается, что ручкой можно опустить, да? Любой поднять привод. И отпустить, если электричества нет, то можно... Смотри, не в ту сторону. Но ты когда опускаешь, вот ты же не знаешь... Вот они вот так вот перекручивают и нет, подожди, ты же не знаешь, концевик сработал или нет. Вот ты сейчас крутишь ее, а... Они дают специально ручку в комплекте. Зачем? Чтобы при электричестве нет, то можно механически использовать. Нельзя его механически, чтобы человек, когда попадает в... Все, стоп. Нет, вот ты перетянешь сейчас. Нет, он сейчас не может перетянуть, потому что там еще есть в обратную сторону. Хорошо. Перетянуть можно, вот они так и перетягивают на самом деле, когда поднимают вверх, еще... Ну, концевик сработал, и все. И потом они в мертвую зону загоняют, и концевик не срабатывает. И надо делать 2-3 оборота, чтобы вернуть его. Ну, вот, все работает. Очень мокрый. Ноги пошли. Кровать нажал? Да. А ты уже вытащил что-нибудь? Не вытаскивал? Кого? Ну, она так работает, наверное. Кого не вытаскивал? Что-то. А, туалет вытащить? Слушай, ну она не скрипит. А должна скрипеть? А скрипела? Я говорю, смазана она. Вот видишь, она смазана. Ну, значит, ты вчера смажешь. Да. Только побольше. Она скрипела, я когда помню. Я еще думаю, вот хорошо, что скрипит. Боковой? Боковой. Все, не стало. Не, все нормально, работает теперь полностью. Опускай. Да нет, на... Подожди. А зачем ты делаешь? Ну все. В общем, если заклинило, то нужно брать ручку и ручкой откручивать, либо ключом. Нет. Иногда бывает заклинивает оно как-то, оно вот, или как оно заклинило. Ну. При этом нельзя его калибровать, потому что когда калибруешь, оно поднято, она спускает ноги. Понятно, и начинает ломать его. И ломать его. Хорошо. Поэтому мы будем выровнять кровать. Сначала. Зачем вы ручку оставляете этому самому клиенту? Она идет в комплекте. Да? Это ручка моя. Поэтому они ломаются иногда. Мы сначала ножную секцию делаем. Что? Ножную секцию сначала. Смазываем? Да, показываем сначала, как смазать ножную. Покажи мне, где он смазывается. Вот эти места, вот видишь? Вот эти вот места обязательно. Что еще? Все связки, которые вот на этих стоят. Давай. Смазка силиконовая должна быть. Солидол. Какая? Литиевая. Литиевая? Да нет, афрофера. Будем показывать, как это будет. Подожди, что здесь? Чем больше мы покажем, тем лучше. Подробно здесь нужно. Подробно все связки, которые раз, у него есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все связки. О. Большие, да. Давай, вот это должен ложиться в 30 секунд. 30 секунд? Да. Только ножную. Потом будут 30 секунд другие. Хорошо. Я сразу ее отправляю напрямую. Хорошо. Так, подожди. Начали? Нет. Начали? Смазываем ножную секцию. Все связки, которые... Вся процедура занимает 30 секунд. Ты вот это не смазал. Смазано все. Смазано, блин. Подожди, давай еще раз я доделаю. Подожди, я так не умею. Что ты сейчас забрызгаешь? Подожди, я тебе скажу. Давай. Всю шарнирную группу, которая есть, все смазывается. Все, она должна не скрипеть. Так, убери еще верхнюю.
спину. Спину смазать. Подержать? Подожди, я с той стороны, наверное. Нет, подними потом. Сейчас да, отпустишь. Да. Нет, ну ты сейчас отпустишь, чтобы она видела, что она поднять, что ты можешь руками. Начали? Подожди, сейчас я сначала скажу. А теперь смазываем спину и сердце. Поднимаем. А это надо делать раз в полгода хотя бы? Подожди, сейчас, остановись. 30 секунд уже прошло. Уже все. Ну раз в полгода надо смазывать, да? Ну, по документациям раз в 3 месяца. Вот эти вот обязательно покажи. Сейчас. Сейчас я с этой стороны покажу. Второе видео по смазке спинной секции. И ничего скрипеть не должно. Теперь туалет. Вот это вот не надо смазывать секции. Не сделаю. Так, все, туалет. Это получается, что ты все сделала. Туалет. Туалет. Вот это есть. Так, сейчас даже когда это. Смазываем туалетный тип. В общем, надо промазывать все шарнирные соединения кровати. А салатки не надо смазывать, которые сюда едут? На туалет. Ну, подними на туалете. Ну, их можно тоже смазать, на самом деле. Сам туалет, вот эти салазки, которые едут, их же тоже смазывать надо. Там, по идее, ролики белые вот эти вот. Да? Где, вот эти? Да. Нет, нет, это внизу, внизу. А, нет. Нет? Они просто ходят, резина же. Ну, все, все. Это все так. Все, да? Угу. Ну вот теперь она уже обслужена получается. А вес примерно уже увидел? А? Вес почувствовал примерно.